Вера, не к той двери вообще подошел. У меня две двери, да. Ничего себе. А к чему он подошел? К будке собаки или что? Ну, почти. У меня две двери на две разные улицы. Что-то у меня Steam совсем Ты не чё, ночь, так что если это к живем. тому, что тебе пришлось идти к другой двери? Нет, мне не пришлось. Ему пришлось. Да, ну я потому что... Ну, как бы нигде не указано, что где-то есть дверь на другую улицу. И я Этому там понятия не имею, как он мог световые догадаться. сигналы подавал фонариком, типа сюда, сюда. Ну да, пришлось реально, типа, светить телефоном, потому что ни хрена не видно. Потому что ни хрена не видно. Сань, какой у тебя уровень батлпасса сейчас в этом? 15-й. А, у меня вот уже 29-й. Я уже скоро СКС получу. Как тебе берета? Берета, я ее пока на хардкоре качаю. Да прикольно, я ее хочу до этого, до отсечками, чтобы она стреляла, потому Ну что я вот постановка на. на 46-м. А я вот сейчас на 36-м как раз Ну я видел, поистовую ты еще. скринки дал. А Ким уже вкачал? Акимба, не вкачивал, там что надо-то я забыл. А Берг больше денег? больше денег поставить, Да. да? А он на Саня, кого, ты кстати, где? открывается? Я Сайт в колду Launched играю. Game. Ну, а чё, не в Сидж? А чё там? В смысле, мы же в Сайт. Сидж собрались, нет? Ну да. Ну, сейчас иду. Я же не знал. Да ты об этом узнал уже 5 минут назад. Чё, до сих пор колду не закрыл? Так я же играю, как я ее Так закрою, Дима ты только чё? что... Блять, LTF4 нажимаешь и все. Здорово, Блять, я берет часик. качаю, ты чё? Я как раз вот буквально у меня катка заканчивалась, я вот зашел. Привет, Альтаирчик. Привет, Дельт. Привет. Саня, Саня. Привет всем, короче. Да ладно. Я вас понимаю. Я сам сижу уже который день, как задротен, на целый день играю в Хардстоун. Там ввели новый класс впервые за, блядь, 7 лет. Охотника на демонов. Да. Блин, как удобно Пиздатый. боксовый Серьезно, что ли? геймпад. Угу. Одну кнопочку нажал, поиск нашел и все работает. Клево. Клево. По Bluetooth. По Bluetooth я помню, подрубал геймпад от Xbox. У меня он работал как курсор. Именно один этот стик. Пока я не обновил винду, у меня он так работал. Прикольно, у меня тоже есть система нахождения геймпада. За провод подергал USB и оп, на другом конце геймпад. За анус? Охуенно удобно. За что? Подергал. Какой анус? У тебя что, USB анус? Конечно. Конечно. Да Не ебаная ты, закрыть, сука! конечно. Что, не закрывается, Сань, да? Это в 4 не работает. Вот Жму, жму, паскуда. да. Да блядь, ну сука! Неплохо. Очень трудно с береты против штурмовых винтовок. А чё там, Акимбо новые добавили какие-то или чё? Я что-то не понял. Да ты старый сначала открой. Ты на хардкоре играешь, Сань, или в обычном? Не, нахуй надо. Да на хардкоре нормально. Да Я я еще знаю, эти но... бустеры с двойным опытом на оружие юзаю, которые еще со старых батл пассов остались. Ну, кстати, да, надо попробовать. Сейчас они надо попробовать закрыть игру и прийти к нам. На хардкоре кемпера стать? Одни там, смысл этот, вообще не интересно. Так вы чё, все готово, да? Ну, конечно, блядь. Ну ладно, так и быть. Я его продолжаю играть, судя по всему. Не захожу. Так Какой потихоньку. пиздец. Блин, купить батл пасс в Сиджи, не покупать. Не покупать. Но у меня просто уже 15 уровней. Или Не 14 покупать. накопилось. Тут легендарный альфа-пак есть. Я тебе сказал не покупать. Ой, а тут обнова. Ждет кто-нибудь Streets of Rage 4? Давайте докачаться. Да, я жду, мы патьку собираемся поиграть в ней. Бля, я Если там, попробовал конечно, пройти. лагально не будет. У меня на боксе коллекшн есть из 3 частей. Я попробовал первую пройти, у меня на изи. Я не смог дальше 5-го уровня пройти. Все Это конты классика. проебал. Не, на самом деле Моя. я случайно гейм овер нажал первый раз. Вот, когда Чего? выбираешь... Ну, когда выбираешь, там 3 конта дают.
Вот, и я случайно вниз сделал и нажал Game Over, типа Cancel. Ух ты, тут Siege Vulkan можно запустить? А мне не предлагает, я не знаю вообще, как его активировать. Когда играть нажимаешь, тебе на выбор Siege. Мне не дают. Vulkan. А ты где нажимаешь играть? На ярлыке на рабочем столе? Или в Steam? Или в Uplay? А. Так вот, надо в Steam или в Uplay? Нет, в Steam я захожу всегда в игру через библиотеку правой клавишей, либо по библиотеке и я из нее, либо просто, ну, последний значит, запущенный. В Uplay, скорее всего. Здорово, носочек. О, блин, наконец-то. Ты что, стримишь, что ли? Да я же сказал. Нет. Ну, он сказал, просто в этот момент это Марал матерился в колде. Ну да. Ничего нового. Хорошо, что Саня узнал. Ничего хорошего. Теперь никаких неожиданностей приятных не будет. И неприятных. Саня! У Сани все неожиданности приятные. Где ты есть? В смысле? Заходи уже, а? Захожу. Чё ты меня торопишь-то, а? Блин, написали типа в Siege к 11, я думал, что все в курсе. Чё Siege? Заки вообще не должен был приходить, мы должны в колду были пойти четвером. Я не собирался в колду, например. Приперся, всё испортил. Я, мне, в принципе, и то, и то нормально. Когда я надо прочитал, вы ни во что не играли. Да, мы собирались, потому что... Ой, блядь. Ой, блядь. Отличное начало. Да. Ну да. Ерефорт, моя любимая карта. Моя тоже. Только что-то у меня... Не, только что-то у меня на ней эта игра не хочет работать. Да. Интернет сразу отваливается как-то. Прям как у меня с краем света в Орехе. Так, хочу поиграть, но не на все время игра вылетает. Да. Ух, эти игры вылетают постоянно. Купил себе 600 грамм нарезанных пепероник. Такая клевая штука. Тебе вообще деньги девать некуда, я смотрю. А, но... Пепперонька нарезанная. И сколько стоит 600 грамм нарезанных? Я не помню, 200 рублей что ли? Зажиточный крестьянин. Ну это вроде дешево, нет? Ну дешево. Кулак. Да. Дешево это докторская колбаса по 150 рублей. То есть меньше 400 рублей килограмм стоит. У меня куплено две палки колбасы докторской по акции. Кстати, замечаю, что колбаса вот эта докторская, на удивление, очень вкусная. Нет. Она из докторов. Ну, факт. Колбаса докторская самая безобидная из колбас. Наверное. Поддерживаем знаки на регулярной основе. Ну, в плане не вредная, не жирная, там не соленая. Да, да, да. Просто в жопу лезут и все тут. Чудовая колбаса. Заки, когда начинает есть сервелат ему такой: слышь, потлатый, блядь, руки убрал. Только докторская не обижает. У меня колбаса кусается, что делать? Пожари. Сходить к урологу. Иначе она пожарит тебя. Сэд пустил себе колбасу. Не пустил. Какой тихий Сидж. Так а чё, ночной? Есть такие люди, у кого не предлагают вулкан выбрать еще через Steam, когда запускать? Или я один такой? Казино вулкан. Запускается. В Uplay предлагает. И правой клавишей по свойствам там и все такое тоже негде вроде выбрать. У меня в Steam тоже предлагает вулкан. Странно. Ну, какие странности. Твоя 2080. Какая там обычная. Да, у тебя видюха, видимо, умирает просто за это. Да.
Да. Пора менять. Дам. Есть 5 секунд. Да-да-да-да-дам. Да-д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 а. Можно через папку. Все, я вижу. Вижу, понял. Я заметил, что на ресепшене больше не звонят телефоны. У меня огромная семья. Ну, потому что карантин же. Офис не работает. Да. В трамваях вообще народу нет. Вон Саня, вон работает. Блин, мне стоп. Кто-то звонит все-таки. Я сломал все телефоны. В реале? Нет. Сломал все телефоны. У кого война? Я по-моему, около меня на кухне есть кто-то. На кухне, по-моему, да. Или на втором, только не понял. Стоп, у нас на точке, блядь, никого. Ну я рядом, типа. Скорее всего, кухня. Да, на кухне народ. О, крыша, на крыше был чувак. Что-то где-то там шалит. Зимонов, Кавир, СПП. Я убил двух. Фу. Да. Клейма. Фу. Фу. Тебе самому не стрёмно держать это в руках? О, сейчас бандит, кажется. Так, я блица убил. А я его убил. Выжил. Группа противника уничтожена. Ну вот, всё. Ребята. That's all, folks. Чё-то читеры какие-то. Читеры? Да там об Диму 3 человека убилось. Последний, естественно, в штанишки навалил, глядя в киллфит. Я, пожалуй, не буду зачитывать комментарий, как Саня играет Сидж. Мало-помалу. Тогда ПП Кавейры топчик. Даже люди согласны в чате. Чего дабл? Люди, один человек. Mm-hmm. Так а чё там всё время? Некоторые просто молчат и всё. На самом деле они поддерживают ППеху. Кавейра? Да. А почему дабл? Добро, что он пишет. Хочу кино от КВ. ПП класс. Нет ПП. Такого. Есть такое. ПП норм. А, Побегут бой, спасибо большое за... Один из жопка. За донат. Спасибо большое за... Ага. Ну там ага. Зачитка пошла просто. Ага. Зачитка. Спасибо. Заки хороший, а Денис жопка. Окей, бумер. Сыгничек ПП, если лучше у карьеры, по-моему, ничего другого нет, кроме дробовика. Чувак. Чувак, у меня как бы... Зачем тебе ник на Твиче, если ты тут сидишь, мой? Зачем ты это спрашиваешь? Да спрашивает, какой у меня ник на Твиче. Сайд, стой! Ну как бы да, я в основном... Я на этом аккаунте все смотрю в основном. Ну типа, если мне надо что-то прописать, там в комментариях я захожу там... Кому-то прописать там другого надо. Браузера. Как всегда. Opera GX? Да. Да. Амару не зашла в этот бильярд. А у нас не было, да, интеграции? Мне сейчас пиздить будут. Ну, нет. Кто-нибудь. Блять. Спасибо. На кухне баг. Перед окном. Ай, ты чё делаешь? Ой, сорян. Не допрашиваю человека, Саня меня убивать. Очень похож на Амару в этом скине. Блять, ебаный. Один на крыше, короче, остался, остальные попрятались. Денис, дай еще хила. Вы в поле зрения врага. Просто, блин. Саня, блин. Да ладно, со всеми бывает, чё ты.
смотри. Не, ладно, кстати, ты еще попал. Ух ты, блядь! Я ух попал. Ты, блядь! Он попал не до конца. Не благодари. Окей, не буду. Не хочешь, как хочешь. Ты понял, да, там люк пробит? Да. Ежели чё. Ты ж там сядешь, да, если будешь смотреть туда. Денису на Принглс. Риман, спасибо за 158 рублей Денису на Принглс. Спасибо. Жив лишь один противник. Все, я больше не буду тут сидеть, сядет. Нет. Сам по себе. Ай, блин, на мне. Ай. По лестнице. На лестнице балкона. На улице. Хуки? Угу. Но он не зашел. Он на улице стоит. Что-то я покосил по нему. Но хп у него там буквально на один чих. Блять. Сейчас глупую шутку придумал. Давай. Сейчас у каждого пенсионера хп на один чих. Черный юмор. Социальный юмор. Черный юмор. Он уже, по-моему, со стороны кухни. Б. Привет, Денис. Прайка. Хуй его знает. У окна кухонного. Угу. Трется. Are you sure about that? Правее, правее. Справа от окна? Не, это я за Денисом. Один. У тебя он две. А. Ну сайдет, какого хуя, блять, а? Как так можно? Через пол, Сань. Евгений Грибович, это же так челика, который новые инфакты ведет, зовут, да? Или не так его зовут? Евгений и Ян, ну, примерно одно и то же. А, ну ладно. Сокращенно. Я просто там Евгений Грибович, чувак там в чате, подумал, на что. Вот это да. Чечевица. Воу, Blackberry. Бэм-бэм. А как по-другому имя Ян сказать? Янос? Анус. Многоликий. Многоликий или многоликий? А зачем как-то по-другому говорить слово Ян? Не так максимально короткое уже. Не, ну есть же Максим, есть Макс, есть Максимилиан, есть или как там еще? Есть Максян. Не знаю, не вижу острой нужды сокращать слово Ян. Я вообще сейчас не помню, что у меня в жизни хоть один Ян был. Яна не, ну про то, что у всех имен есть, типа... Сайд, у тебя нихуя не слышно. Типа... Да? Я, кстати, нормально слушаю Сайда. Нормально, да. Ты просто так орешь, что из-за тебя не слышно меня. Это Садя просто не любит Сайда после того, как Сайд у него как фраг подкрысил. Я тебя не слышу. Слышишь меня, Сань, теперь? Так же хуёво. Может, я тебя убавил? Наверняка. А, точно, ты когда нам мешало это играть-то, блядь, я нахуй на 5% точно было. Блин, а я-то думаю, что у меня Саня так тихо слышно, я же его точно так же сегодня убавил, когда он там в Апексе в колду играл. Чего? Ну когда ты играл в колду, когда мы играли в Апекс? Да чего? И ситуация один в один. Сейчас со мной полезет наверх. Я уже залез. Можешь заходить. Пиздуй. Так, они на кухне были, да? Угу. Сань. Забей. Ёб твою мать. Чё-то наверху никого, пацаны. Уй, блять, откуда? Не понял. Снизу? Нет. Сверху? А, не снизу. Бля, почему я не видел ты ее? Какого хуя? Блять, Заки, сука.
Ну это не повторюшки, они такую же дырку сделали, как... Я в знаки, сука, всадился, что было. What the fuck? Меня с лифой снизу взорвали. У них элла какая-то странная. Нормально. Ни одного дрона, кстати, нету. Да. Ага. Че, Дима, ступеньки победить не можешь? Да че ты вообще? Ты кунг-фу панда, что ли? О, жопой смог залезть. Вовремя. Заметьте, всех хэл убивает. На втором этаже вроде. Ну да, на втором. Не замечу, что Димон это... Меня Гоя убил. А, он опять вниз пошел по лестнице, понятно. Привет, Хуман. Здорово всем, чатик. Это что было? Кто пришел? Это что было? Это лемминги, знакомьтесь. Безобидные хомячки. Ты можешь на точку какого-то? Хуячки. На точку? Там дырка есть над окном. Это правильная дырка. Тактическая. Ну ты бы рядом есть, я не знаю. Физика. Он себя ослепил или нет? Я что-то не показал, что ослепил. Блин, это сделано, сука. Бля, я его убил. Я его убил. О, и в дом этот, блядь, и был, сука. Привет, Вектор. Это называется не подписаться, а зафоловиться. Вот. Вот. Подписчиков у нас сейчас, знаете ли, довольно мало. Знаете ли. Заки, как бы сказал, это ваша вина. Что нет слотов для смайликов. А, кстати, я подключил это Twitch Better TV, и там 15 смайликов, там Рикардо Милос, Пепе, афроамериканец с пальцем у виска, там всякие разные. Смеющийся мексиканец, или как там его звали? Или, ну, по национальности. Как его зовут? Я, короче, не знаю, какой национальности. Смеющийся мексиканец. Ну, который без зуба там, или без двух да зубов. Все поняли тебя, да, Заки. Да. Успокойся. Во. Во-во. Попробуйте, у кого там есть расширение. Расширение. Расширение для браузера. Этот самый. Для чего? Для браузера. Для Боузера, это который из Марио. Нет, это глава Нинтендо или что-то там. Че? Чего? Ну, Боузер, у них же фамилия у чела из Нинтендо. Боузер но... это динозавр, черепашка, который... Да, наверное, и в том числе... назвали в честь главы Нинтендо? Ну, наверное. Ну, короче, в Нинтендо есть какой-то Боузер теперь. Требую историю серии. Это типичная японская фамилия. Если я не ошибаюсь. Боузер. Ты же... На втором этаже спамкил было, если что. Со стороны бильярда. Со стороны баньярда. Я кальяной зашел. Молодец. Блять, там камера что ли у них? Мне палят. Да. Блять, со всех сторон меня. Нафига они тут стену заделали? Кавера. Блять, в пентхаусе кавера была. И в крыльях. Да ёбаная еще. Эта сука! Садя. Там еще. Док сука. На лестнице хиляется. Мозди на точке. А, хорош. Давай, Дима, дубль 2. Да, вы шанс на реабилитацию. Ага.
Дельта, ну я вроде все настроил там. Ты можешь использовать смайлы на нашем канале, который я выбрал. Там камер где-то. Меня обнаружили. Нормально. Я же тебе говорю, палят там с камер. Nintendo of America, Doug Bowser сменит Реджи. Ну, сменил, вернее. Или сменит. Doug Bowser его зовут. Вот. Да сменил, поди Реджи, что давно ушел. Ну, сменил, ушел, да. Реджи, да. Ну, может, там какой-то временный чел был, не знаю. Блять, опять в атаке. Отаки. Блин, там распродажа на Nintendo, но на Зельду скидка, там, я не знаю, 500 рублей каких-то. Вот. Какую распродажу? Вот они. Ну, на Nintendo там распродажа, типа, большая, но на, короче, на некоторые эксклюзивы вообще скидок нет. Только на Mario Rabbids, который Ubisoft издавал, большая скидка. Они жадные. 500 рублей стоит Mario Rabbids, кстати. Рекомендую. Mario Rabbids, это который XCOM? А, да. 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 Ну, он да. Пока не вышло, что ли? Не выйдет, скорее всего. Не, он эксклюзивный. Для Свитча. Но если Ubisoft уговорит его выпустить, то может быть, а так вряд ли. Если Nintendo разрешит. Ubisoft такая, ну пожалуйста, ну Боузер. Ну вот как... Так, брат, братан, братишка. Мне в Steam купон пришел. Как Sony Cage. Space Hulk. Мне тоже пришел. Ну его нахер. А это пошаговый это Вархаммер. Это лифтач по Вархаммеру. Только про не Верментайт, а про 40-тысячный Вархаммер. Тактика с видом сверху. Не, ну есть тактика, а есть такой штырок. Хуяктик. Садя, мочит. Хоры. Жжёт. Тактика, хуяктика. Вот это рофильня. Рофильная. Хуёфильная. Сорил, продолжает. Да бьём она это сюда! На точке. Да. Да? Да. Ну, кстати, по-моему, Беретта вышла, которая в колде выбивал последний день. Блять, у меня кто-то еще есть, сука, нахуй. А у тебя это где? Помоги, пожалуйста. Кто-то слева от меня. Не пойму, только на лестнице или здесь вот сейчас проверю, пожалуй. Никого. Здесь, да-да-да. За стойкой, Димон. Ай, бля. Ну. Он готовый был, ну, на все. Ничего себе тут у них. Интересно. Обидно. Блять, там этот. Ой-ой-ой, это туалет. Туда побежал. Готовьте позиции, охраняйте контейнер. Блять! Ну пиздец. В толчке двое. Красавцы. Я кого-то хоть смог убить. Так. Ну пару ушных перепонок в чате ты смог убить точно. Приходил я Bloodborne, но не на стримах. Я в стримах не буду, потому что... Ой, а чё она такая бледная? Чё со светокором? Да, чё-то. Мне нравится. Конечно нравится, потому что они опять же на трупы похожи все. Ты тоже бледный, ты мне не нравишься. Я? Я не бледный. Разве? Я красный. Почему? Как помидор. Краснокожий. Почему? Вообще это никак не связано. Почему Steam не делает весеннюю распродажу, я думаю, чуть попозже будет. Когда люди поменьше станут. Привет. Это
Садди Сэдлер прям это, источает черный юмор из себя. Кексик, спасибо большое за 220 рублей. Когда нас останется 5 миллиардов. Спасибо, приветы. И тебе привет тоже. Кстати, один год. Продавать-то там, кстати, сейчас это продают код Вейн. Но мне косарь. Покупать там как бы особо нечего. Там, как бы. И Секира за 1300, по-моему, хватает. Секира. А я себе. Мне привезли как раз Нёх 2, который на пока нет. Еще продают, вроде бы я видел второй, причем с дополнениями. Кого? Раздают. Хитман 2. У меня есть, у меня только нулевого пациента нет, но я хз, стоит ли эту миссию покупать. А где Хитман раздают? Да не раздают, продают. Скидка. А, Gears of War 50% скидка 5. Вроде как. Лучше Секиру взять. Нет. Согласен. Да на Секиру что-то скидка какая-то не очень-то хорошая. Или Resident Evil 6. Ну, Секира не для всех, как бы. Ты еще играешь? Во что? Resident Evil 6. Да он никогда не играл и не будет играть. Он просто троллирует, не знаю. Блин, я... В смысле, блядь, троллирует. Все говорят, что это лучший резидент. Кто все, блядь? Покажи мне этого сайт человека. Говорит. Вот этот человек. Сайт никогда не говорил, что это лучшая игра. Никогда не скажешь. Он говорил мне, пока вы не слушали. Я так и не говори пацанам, но я считаю, что Resident Evil 6 лучшая игра в серии. Он тебе это под одеялком говорил, да? Я тут случайно зашел на профиль Steam Краснопольск, но она у меня в друзьях, там что-то она играла случайно. Во что-то, да, я кликнул на ее профиль. Случайный закин сталкеризм. И вбил... Я случайно, короче, с биноклем проходил возле окна Краснопольской. И, короче, случайно вбил в ее библиотеке по всем играм Resident Evil, у нее в шестой части 90 часов. В чем проблема-то? Мне просто. Мне интересно было, сколько она там наиграла, да. Но она вроде типа. Она, наверное, проходила мимо шестого резидента, Заки так же случайно, как и мимо ее профиля. Да. Да. Мистер Полотенц, спасибо за донат. Здорово, не обижайте Саню. Нельзя маленьких обижать. Саня сам себя обижает, блядь. Не бесит. Злой вечно какой. Спасибо. В колду играет, разумеется, он злой. Да я играю, я разве злой? Я по себе знаю. Ты злой. У меня просто секса давно не было, поэтому. Я, знаете ли, люблю заходить к профилям моих друзей и смотреть, во что они играют в Steam. Так сказать. Не знал, что вы с Краснопольской друзья. Ну, она у меня давно, я не помню, кого добавлял. Где война? Ну, видимо, у них там гражданская война. В синем вдвое ломятся, пацаны. I need helping. Хелпинг! 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 В пути сайдов! Прости. Вот он, я пришел с хелпингом к тебе. К тебе пришел ван хелпинг. Хочешь немного хелпинга? Шестая проходится долго, но очень долго, но часов 20-25, наверное, максимум. Денис, обернись. Денис, могу похилить. Сука, почему ты выжил? Стой, почему Денис. Я сдох? Стой, блядь, Денис. О, Денис, я близок был. О, тут проход есть, нихуя себя, куда он идет? А, точно. Его бог, блядь, бережет этого, короче, вылез в прицел, каким-то чудом увернулся от моего выстрела, я убил кого-то, и тот другой убил меня. Сука, ну Денис вообще ни пули не попало, блядь. Какого хера? Я бессмертен. Не, на всякий случай сломался его. Born to be kings, be the princess. Of the universe. Soundtrack Gords. Fighting for Survivor. Fighting for some helping. Чувак пишет, что шестая долго проходится, но слышал, у меня чуваки прошли ее за 11 часов, по-моему. Но не на сложной сложности, разумеется. Сложная сложность. Ну, в среднем там компании по 3-4 часа. На средней средности. Какая-то самая длинная. Они оказывали друг другу хелпинг. Боже мой, оговорился и все, блядь. И все еще дрочить меня будет, сука. Ну как оговорился? Хелпинг, он как токен. Что насчет Валоранта думаем-то, а? Да блин. Да заебали уже своим Валорантом, блядь. Каждый раз спрашиваю. Нихуя мы не думаем про него. Насчет Валоранта мы думаем, что вы заебали с этим вопросом, ребят.
Я в санях бабку ставлю, сейчас напомню. Не, ну Саня хорошо ответил. Да. Вот, надо, короче, сделать клип, что мы думаем насчет Валоранта, и там ответ Сани. Рэп-клип. Клип на Твиче. И всегда кидать его в чат, когда кто-то спрашивает. И вот сразу на этот отрезок Саня. Я, короче, надо посмотрел... Этого. Нам надо мубота настроить, чтобы он ссылку на этот клип кидал. Я, короче, у Гуфовского посмотрел полчаса, как он играет в Valorant. Вот. Ну, короче, чисто контра, по сути. И физика практически такая же, как в контре. То есть, ну, почти ее нет. У меня такой вопрос, кстати. Что думаете про Valorant? Я думаю, тебе нахуй надо пойти. Еще один такой вопрос, ты будешь выгнан из этого чата, как ты так ответил. Ну все-таки, что-то вы думаете. А че, эту карту переделали, да? Это Саня. Саня, которому раунду дошло осознание. Ну я возле точки. Сейчас возле точки. В окне. Возле точки, в окне. Монтане в гараже. Бля, ну вы там справитесь с ним. Ой, стоп, ты около заложника прям сидит. Она же заложник здесь. Ну и вот я и сказал. Ай, так вот, она уже у заложника. Ну какая точка, это заложник, блин. Ну ёб твою мать, она что-то несёт его. А чё, заложник не точка? Это человек. Ну точка, я имел в виду комната с заложником. Окей. У заложника теперь сидит Денис. Да, сейчас я к нему прибегу. За что ему большое спасибо. Раз, раз. А, ты, сука, меня сейчас... Ёбаный мать. Там двое. На балкончике. С балкончика зашли двое. Один повален, сейчас поднимут его. Нет. Здесь она где-то примерно... Она вообще бежит на свою снайперку. Да, меня-то видно было. Когда с ней бегал, она вообще не попадает никого. Она... Один поднятый. Вот. Да, во, уже три клипа сделали. Поднял, да. Не показалось мне. Но мне, если честно, старый Орегон больше нравился. Спросили, о чем мы думаем о новом. Вот. Вот. Глубокомысленно. Нужно найти заложника. А как там эта игра от эстонцев называлась, в которой русик не завезут никак? Диск-элизиум. А, ну да, точно. Говорят, она кстати, в Китае перевели очень... на русский. Нет, на китайский перевели. Она из-за этого в продажах сильно поднялась. На упрощенный китайский. А что, есть усложненный китайский? То есть японский? Традиционный есть там. Они нетрадиционный. Если вы поняли, о чем знаки. Гех. А они там есть в коммунизме? Эх. Бля, что так машин тут дохуя? Ну, тут преступление случилось. Блять. Давай сядем. Ух ты, блять! Заки, а чё ты? Ну, я не понял, откуда по мне стреляли. Здесь заделано. Сейчас гараж подал проверку. Лестница в подвал никого. Ты же что, не слышал стрельбу, Денис, что ли? Так я думал, ты стрельнул. Нет. Ты просто стрельнул, так ни звука не сдал, а дальше пошел. Я подумал, что это ты и стрельнул. Я начал оглядываться по сторонам. Я не посмотрел наверх, если что, Санек. Ладно, может это быть. Блин, капкан? Там пуляют. Блять, да. На кухне капкан. Да. Я его убил.
Угу. Капкан. Да, блядь. Граната, Саня, граната, Саня, беги. Да. Ты очень медленно говорил. Вообще нормально, по-моему. Ой, Саня, граната. Наверное, тебе это, ну, бежать надо. Так сказать. Да, сука. Ой, Сань. Какое пиво вы любите, но Денис вот безалкогольное пиво полюбил. Да, Денис? Блять, я купил безалкогольное пиво раз за год. И Заки так и все. Денис безалкогольное пиво полюбил. Да. Я сегодня тоже на пробу взял. Ну, нормально. Пить можно. А вы какое брали, безалкогольное? Ну, я долго... Помню, Амстел какой-то. Я долго не стал искать, видел первый попавшийся бат вроде было и взял. В новосибирских барах, я помню, Баклер продавался, Баклер в порядке. Тут я нигде в магазинах его не вижу. Я, насколько знаю, из всех вот безалкогольных Балтика, ну, в топ-3 точно входит. Ну, в безалкогольном градус какой-то микроскопический, как в квасе, есть или выше? Как писька твоя. Простите, это было не обязательно. Я вырвалась. Или кухня, или конференц. Кухня, по-моему. Да, кухня. Да, кухня, похоже. Из Дениса часто вырываются пиписьки. Микроскопические. Я им не отрыгиваю. Где-то есть, где-то нет. У вас всего 10 секунд. Чего-то есть, я не знаю. Это про есть. Пиво. Про алкоголь. У вас еще 5 секунд. Ну, я просто захотел попробовать такой. Попробовал. Ну, есть вкус пива, но без спирта. Я человек простой, хочу попробовать, попробую. Ну, это как вот с пепперониками. Это как, короче, это как без калорийно, блин. Как Coca-Cola Zero, короче. Как Coca-Cola без калорий. Это то же самое, что пить без алкогольного пива. Лимонады Сайли без тифу. Сахара, это самое, наверное, ужасное, что придумало человечество. Ну вот Pepsi Cherry более-менее. Вот из всего, что я пробовал без, без калорий, нет, Pepsi Cherry более-менее. Что... Нет, что Cherry... Я что... в конференц на лестнице на второй этаж конвейера. Прикройте кто-нибудь. Ебучие давай, метки. Давай. Черри говно. Ой. Да. Мне не нра. Сань, в одну сторону смотрим. Наверху. Наверху, Сань. Угу. Блять, я как там... А что тут все заделали? Да любая без... низкокалорийная газировка. Отстой. Без калорий, вернее. Угу, спасибо. Ты убил? Нет. Минус лучше карьера, соку да. Попить какого-нибудь натурального. Вкуснее. Да я, Саня! Какого хуя ты, блядь? Иди ты нахуй, блядь! Ты нахуй, слышь? Пацаны, потрахайтесь, да? Сталин ты меня убил, понял, да? Вот дайте этого говнаря, в смысле заложника. На то на заложнике этот касл остался, мало хп у него. Очень. Если я тебе что-то сделал, ты скажи сразу, нахуй так вот убивать, а? Саня. Ой, ты косил, у него мало хп. Алиби на точке была. Вот прям справа. А, о, да. А, возьмите ее шаги. Пометьте. Анна Лизандо. Что, по-моему... Обратно вернул. Ну, заложник села. Все. Да ебать, какая она резкая, пиздец. Че он тебе сделал? Кто? Саня. Ничего мне не Саня не сделал, мне просто прицел залетел, когда я стрелял. Еще наорал на меня. Потерся об твою пушку.
жопой. Я не простил ведь вот гад. Два раза подряд тебя прощаешь, что ли? Никто нахуй. Ну первый раз ты не убежал. Ну там моя, я признаю своим возможным. Fool me once, shame on you. Но второй раз ты, Миссань, сам влетел в мой прицел. Так сказать. А ты меня не видел, что я стоял впереди тебя и начал стрелять по нему, или там, по этой... Да я раньше стрелять начал, в этом ты... Да нихуя. Ты влетел в мой огонь. То есть врагов там не было вообще? Были. Там два врага, господи. Да, Сайда ты, Саня. И треснул мирно пополам. Дебит, разлом. Пошел разъем. В голове у Сани. И треснул мирно пополам, горит пердак. И треснул мир, и Денис пошел нахуй. И льется кровь, идет война, двойна. Да как, сука, так? Это надо было голосом Сани прокричать. Сань, ног-то тебя не спасет, ты че? Я ж тебя вижу. Сань. Ну, Аня. Пусти. Дверь открой, Саня. Саня. Ну, открой. Саня. Не молчи, Саня. Взбесите, я пойду берету качать. Какую? Стерик. В любой игре. Resident Evil 6. Отлично, рекомендую, лучшая игра. Из всех, где можно качать берет. По-моему, это нет, ну ладно. Да, там пистолетики есть. Пистолетик есть. Равно берета. Любой. У вас еще 10 секунд. Ну, они там. Осталось 5 секунд. Так, что-то сломали, будут выбегать куда-то. Да, скорее всего, Валькирия просто. Скорее всего, на восточную лестницу. Тоже вариант. Погодите, не торопитесь, господа. Все сделано. Опа, через окно. Где-то Кавера выбежала. Она в сети висела. Из арсенала. Блять. А, еще напротив. Напротив коридора. Бандит. Это я... Крыса, стрелял. Это ты стрелял? Бля. Да. Пиздюк. Пойду-ка я, пожалуй, посмотрю, что на точке есть. Виджил в точке лежит. И этот китайчонок там же. За один за таким поребриком, не знаю, как это хуйня называется, а второй за столом. Ой, бля! Что-то китаец. Господи, тут взрывов. Да, блядь! Бля, кто так прокидывал, постоянно? С
Ща прочитаю донат. Кик. Пизда. Да, Стриксина, спасибо большое за 50 рублей. Что думаете об обновлении на тестовом сервере на 1 апреля? Я понятия не имею, что там ввели, но я слышал, в чате писали про 2.2 у Ягера, что сделают по скоростям и по броне. Вместо 1.3. Обсуждаем уже который стрим подряд. Ну, короче, да, пофиг. Денис, как тебе джентльмены? Фэд, тебе в подкаст. Ага. Стоп. Что, в какой подкаст? Я... Уже вышедший? В душевный. Точно, да. Я сейчас подумал, что вы там опять достать ножи обсуждали. Ни разу достать ножи не обсуждали. Да, вот я перепутал просто. Кстати, хорошо, опять что напомнил. Это опять, в смысле, ты опять про них заговорил, я это не могу. А когда был выпуск, Денис? Да. Ладно. 2 недели назад. Да. Ваня, ну как бы у нас фулл пати. Я бы ее позвал, февраля, типа, когда там со зрителями играл. Да. Если она захочет. Можешь передать. Там обсуждался еще. Не знаю, обсуждалось порно с Рамштайн и Королик. А, да, я смотрел, да, точно. Ну слушай. Смотрел, но не слушал. Я без звука смотрел. Вы там сделали хоть какую-нибудь картинку, там, я не знаю. Так она сейчас есть, уже анимированная. Да? Заки пиздит, нихуя он не смотрел. Я слышал. Спалился. Пизди. Не-не-не, я все выпуски слышал. Да. Я все выпуски. Я на телефоне. Я заметил, что картинки анимированы. Я на телефоне. Ага. Когда на телефоне? На ютубе? У тебя есть ютуб премиум? На Яндекс.Музыке. Блять, Кавейра, мразь, сидит в офисе в маленьком на первом этаже. Кстати, Яндекс, то есть, блин, подкаст в Яндекс.Музыке даже есть. Ой, тут дверь сломана. Окей. О, блять, Сань, помоги. Чё? Сломай эту дверь, пожалуйста. Всё? Да. Спасибо. Да ладно. Понятно. У них там бандит. Давай поближе поставлю. Я здесь, проходами команды. Ну все, я его отпугнул гранатами. А клеймор не сломался? Сломался. Взялся. Ну и сзади. Это в коридоре я вижу. Заки сзади. Откуда он тут взялся? Кавера на первом бегал. Заходи на точку, Кавера на первом бегал. Вот ноги только глядите. А, ну вы на точке. Хорошо, слава богу. Противник нейтрализован. Денис, а что YouTube премиум? Ну просто пользуешь... проблематично слушать подкасты на YouTube, если у тебя нет YouTube премиума, потому что он отключает звук, если ты блокируешь экран. А я это не блокировал экран, так валялся, блин. В итоге у меня там телефон, не знаю, просто разогрелся до критических температур. Можно тогда начать YouTube на мобиле открывать и под одеяло класть. А где-нибудь как фича... Прогреватель. Как фича YouTube премиума заявлена, это возможно, что при сворачивании звук воспроизводится или типа того? Да. Наверное. Но кроме подкаста это не имеет смысла, я так понимаю. Музыка. А, да, там же многие по каким-то причинам музыку слушают. Блин, у вас же можно через ВК, по-моему. А, через ВК там тоже надо, по-моему. Через ВК вроде нет. Просто ВК, наверное, тебе посреди выпуска может свою рекламу какую-то ебануть. Да. Они даже на Яндекс, по-моему, есть. По-моему, вот просто на компе можно слушать сколько угодно, но с рекламой. А, по-моему, на телефоне надо... премиум покупать. Я, короче, сегодня... Там всякие подстеры, хуёстеры, там куча, где можно послушать. Я сегодня на Xbox One скачал, но там можно свой радиомикс слушать из своих любимых групп и похожие на них. Вот, а выбирать конкретно какие-то треки нельзя, если не оплатить подписку. Вот. Музыкальный бойсбенд. Денис Карамышев и Константин Тростенюк. Но... В каком хоть жанре исполняете?
Да. Довольно привет, ей тоже. Передавай, Ваня. Капкан на месте, осторожно. Дверь укреплена. Броньку кто-то не взял. Нет. Не, я взял. Я взял. Ты кто-то есть? Да не, мне показалось, что я слышу, что кто-то заходит. Я решил взорвать стенку. Да, это плохо. Это, блядь, плохо. Так, по-моему, забрались в маленькую комнатку смежную с точкой. Понял. Ой, да. Да, тут я одного убил здесь. А двойная дверь сломана, нет? О, прострелил, прострелил. Нет, 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 нет. Нет? Нет, целая. А сломаете? Есть вариант. Туалет, пацаны. Да ёбаная эта сука. Слева. На улице. Так, на улице точно один есть у двойной двери? Зофи у туалета была, если не убили. Зофа. Она, скорее всего, в этот, в таможню пошла. Нет, не точно. Может, наверх вообще надо. Пацанка она вроде на лестнице убила. В натуре, когда новый арт, я не знаю, как настроение будет. Настроения пока особо нет. Было настроение зайти, я зашел, посидел. А ты что там сделал? Да. Что-то? Не, ничего. То есть ты просто так зашел? Ну, просто попробовал, может, что-нибудь в голове было, я попытался, но не получилось. На стене. Нет, так, я только по настроению захожу туда, и то есть какая-то идея, может, хорошая есть, пока что-то хорошего идеи настроения нет. Блять, с другой стороны... В коридоре, короче. Тут уж больно точно стреляют. Не дайте врагу возобновить процесс захвата. Мне кажется, дроном чекают. Это да. Есть? Есть, да. Они оба с той стороны. Они оба на точке. 15 секунд. Блять. Поражение. Группа погибла. Просто один в камере сидел, как бы на точке, другой сидел и стрелял на точке. У тебя, блядь, тень было, видно было, охуеть. Нагасаки, ну типа, я читаю чат иногда. Че, какой у кого уровень батл пасса? У меня не куплен. Не куплю. Да. Блин, ну Яндекс вообще молодцы, в принципе, там неплохо делают вот эти всякие там карты и прочее. Яндекс Музыка тоже норм. Да. А как же бумер? К обороне. Враг не что? Должен обнаружить хим-контейнер. Укрепляйте жилеты. Что я как-то криво сел, пиздец. Горлышко вываливается, да? Не, спина искривилась, блядь. Осталось 10 секунд. У вас 5 секунд. Стиви, бабло.
Я? Нет. Чего? Ты пиздец. Я там план подготовил, а ты пришел и расстрелял мой план. Най. Ну, будет на балконе, кто кричи. Да вроде пока никого. Да я спалился еще на балконе. Блин. Откуда? Снизу. Снизу эшка зашла через этот кабинет там. Угу. Говна. Вот я здесь. Да откуда? Сука, она уже на лестнице на восточный походу. На балкончик. Понял. Тут. На северный. Допрос. Раскалю, сволочь. Удачи. В поле зрения врага. Сука. Давай, Совет, мочи его. На убью. Хорошо. Сань, никакого давления, ты один. У меня мышка каждый день сломается. А что с ней? Что значит? Ну когда зажимаю, только одиночным стреляют. А, Сань, ты до сих пор что ли мышку не сменил? ББ нажми. Давно проблема была. Ты, может, на одиночный переключил? Да, я тогда новую купил, блядь. А, новую купил? Окей. Он где-то со стороны арсенала с ним, походу. Опа. О, размер. Хорош. Да. А что за мышку взял? Logitech. 403, да? 403. Да. Mm-hmm. Ну, тебе Logitech без проблем по гарантии. Можешь там им выслать или там, я не знаю, написать. Они тебе просто вышлют новую, поверив на слово. Если она у тебя сломалась. Они обычно так делают. Окей, бумер. То есть, типа, фотку чека или как там доказать? И говоришь, типа, сломался. Вот. Фотку члена. Дабл кличет или что-то еще. Тебе еще одну вышлют. По идее. По-моему, Саня уже Call of Duty запускает. Почему? Сань, как дела? Заебал тебя только. Сейчас Сайда, ты слышишь? А ты рыжий. Чисто же, ну ты в чем меня нахуй послал? Еще Денис это гораздо более огненно рыжий, чем я. Да откуда мы знаем? Может, ты пиздишь? Ну, я не пищу никогда. Угу. Не верит, не Денис. Осталось 10 секунд. Стена усилена. Вы убили ее? Слава богу. Контейнер не был обнаружен. Защищайте объект. Ах ты мразь! Вот сука, он прям знал, что я тут. Чё такое НТ? No trouble? Да вряд ли. Nice try, может, Денис. А, nice try, наверное, да. Звучит логично. Понял. На точку, пожалуй. Оба-на. Этот подворот. Сань, ты в CTV или нет? Нет. Ребята, она возле толчка в коридоре. Коридор возле толчка. Это Зофия. Блять. CTV теперь есть. Точно?
Точно. Ну ломится, опа, ломится, да, туда, блять. На первом, блядь, этаже есть гранат... еще возле туалет. Привет, Хелси. Блять. Говно. О, у вас точно лестница на первом этаже. Так. Это с первого. Люк стреляй. Почему? Нет, Саня, это с улицы. Там дырка на улице через эту стену. А-а-а. Вон, там где дверь. Сань, Сань, Сань! Не-не, я сюда смотрю, Сань. Вот это ты вовремя отошел. Сзади. Сзади зашли, Сань. Да. Надо, посмотрите пока ролик хоть, повеселитесь немножко. Сейчас я подойду, но уже весело, ты чё? Ну посмотрите обязательно. Угу. Ой, блять, у меня что-то совсем беда с на этом. Сука. Че это за ролик? Сегодня готовлю себе пирожное. Сегодня готовлю всеми любимое пирожное безе. Хрустящее снаружи, летающее внутри. Воздушное, красивое и очень вкусное. Берем 2 охлажденных яйца. От этого залил. Итоги свои 70-летние. Ну, бля, сейчас я не ебу за это. Красиво. Бля, а что это за прикол с яйцом? Зачем? Кстати, наверное, интересно. Кто-нибудь так делал с подругой? Типа, в чем прикол? Ну, в взбивалке яиц нет. Наверное. Подруги. Вместо блендера. Ну да. Ну да, я забыл, как называется блендер. Нормально. А потом она жаловалась, да, что типа ее подставили приколом. Чё, ну посмотри, блядь, ролик заебал. Ну не буду я сейчас потом. Ну нет, так полностью нет. Показал чё, бы почему на месте. 30-секундный ролик пересказывать тебе. Чё за ересь? Сейчас остаемся на вилле? Нет. Чё-то понравилось, судя по всему. А безе разве из яиц делается? Блять, какая нахуй разница. Причем, ну, я думаю, ну, в оригинале-то оно не заблюренное, это для Ютуба заблюрили. То есть разослала она 70-летней тете версию поэпичней. Да ладно. Порадует тетя, че. Блять, я ж попасть не могу по галке твоей. Зато по Сане можешь. О, я с кем-то играю. Выходи, Саня. Выходи. Ну. Злой такой. Ты что, поставил ролик, Саня? Ясно. А Саня, вы любите безешки-то вот эти? Вот эти конкретно? Ну вообще, в принципе, любые. По-моему, это видео очень понравилось. Да. В ВК видите безе. А, в ВК, наверное, есть версия без цензуры. Да, в ВК наверняка есть версия без цензуры. Да, есть без цензуры. А ну хоть ты цензуру кинул. Просто какое видео. Ну чтобы Глеба не смущать, он у нас же ранимый самый.
Сзади живот жаловался буквально час назад. Ему нужна срочно версия без цензуры. Говорят, что версию без цензуры можно найти в ВК, просто вводите лучший рецепт безе. Это хорошо. Я как бы не настолько люблю безе, чтобы еще в ВК заходить. А такое безе. Мне зефир больше нравится. Таким же способом приготовлен. Я не знаю, каким способом готовят. Ну, на заводе, наверное. Промышленным масштабом. Промышленным, да. Враг не должен обнаружить химконтейнер. Сайд это взял на заметочку рецепт. Я упал. Парни, у вас вообще все в порядке там? Ребята, с Александрами что-то нехорошее происходит. Он, сука, встал в меня, я двинуться не могу. Наверное, не стоит такие версии в чат. Уйди! Спасибо! Аллилуйя! Твоя вина, Денис, я видел, как ты это делал, скотина ты. Безе готовил. Противник обнаружил химконтейнер. На, хихоньки, вам лишь бы до хахоньки. Я вот только шарлотку готовил как-то раз. Шар в ротку. Шар глотку, вот так вот. Что там броня делает? Лежит. Лежит. Все, я успокоился. А что за мне... кошмар творится? Почему Сань, Сандер... дай мне, пожалуйста, лечение. Хелпинг. Ой, не тот. Хелпинг. Ой, бля! Господи, ой. Там издалека она сидит, короче, тварь из парка крыс. Ага. На веранде. Это где? Это влетели флешки в окошко двойное. После точки уже. Поставил. Живых только один противник. Ты инку убил? Ага. Нет, я не инку убил, я убил кого-то на вышке. Видели видео на песню, это был увлекательный аттракцион. Хуёвое безе. Блять, я должен посмотреть полную версию этого видео, потому что я хочу узнать, зачем нахуй вот этот трюк с яйцом нужен на самом деле. Может, ну, там я, это Катя дала наводку. Это кукинг видео, может быть, просто у такое. У нас там это. У нас в чате. Это кукинг видео. В чате Брайка кидал какое-то это видео без блюра. Сейчас попробую его нам скинуть. Да, господи, найти-то его не проблема. Просто мне надо, чтобы в полной версии этого видео было объяснение, зачем это. Блять. Типа оно из холодильника, оно холодное для этого. Для смазки, дополнительно, я не знаю. Какой там нахуй смазки, это рот. Там же смазки так полно. Ну, может, у нее сушняк. С бодунища. Нашел какую-то. На вписке с бодунища пал. А че рот такой сухой? Есть лайфхак один. Надо бы стеночку сломать. Сейчас, погоди, я видео смотрю. Ты... Ой. Какую стеночку сломать? Ну, вот эту. Не, Брайка, нужен сурс, так сказать, не это... Да, не версия этого ролика без цензуры, а сам изначальный... Да. Да и без цензуры тоже пойдёт. Саня, сейчас все пойдет. Рецепт безе, назову запись стрима, да. Или лучше не надо. Я броню-то хоть поставил, лучший, я надеюсь. Лучший рецепт безе. Хуёвый безе. Блять.
Блин, я не посмотрел. Бля, опять он с этого окна стреляет. В спальне. Вот это был поворот. Блять, вот мразь, она ждала меня тут, что ли? Чё за говно? Крыса, блин. Что? Я сюда смотрел полчаса. Да, смотрел он, блять. Я 2 часа смотрел, и ты застилил меня. Раунд всего минуту идет, Саня. По-моему, ты гонишь. Брейкер. Нет. Я надеюсь на тебя, мне правда тоже интересно, зачем вот это вот все было сделано в этом видео. Бля, запрыгнула в спальню. Да ёб... Ай. Так, надо нахуй мышку выкидывать. Чё надо? Мышку выкинуть. И купить кошку. Вайка, мы на тебя надеемся. Я и Денис на тебя надеемся. Может, там еще какие-нибудь приколы в полном видео есть с мукой или типа того. Может, там пиццу вообще готовят какую-нибудь. Может, это какой-нибудь кастинг-видео в шоу этого, как там повара зовут? Гордона Рамзи. Слайды тоже начал как шаха заводиться. Как в Москве 412-й. Все эти кулинары, поехавшие, извращенцы. Не, ну я посмотрел, сейчас там он писькой прям взбивает яйцо и в рте. Ну я понял, что это видео-то, блин, чё ты один смотришь, Сейчас Саня приедет вместе, посмотрите. Кулинарии научимся. Как Катя в другую... Сейчас Саня приедет с дюжиной яиц к тебе в гости. Ну обычно. Ну, Денис, обычно же яйца по десяткам продаются. В чем подвох? Просто. Хорош жрать, видео кидайте уже, заебали. Там в чатике скидывали, Сань. Бля, сейчас я еще в чатик полезу. Мне сюда надо, в Дискорд. Не сюда надо. Быстро, бля. Да. Елда разгорячилась. Блин, сейчас Глеб травмируется от такого. Да я и личку, Саня, личку. А зачем вы личку? Чтобы Глеба не травмировать. Да, вы на Safe Work контента в общий чат накидаете. Коротко о вашем тимкиле, кто смотрел криминальное чтиво, тот поймет. Денис, Димону скажи, блин. Какого черта ты грохнул, чувашку? Мне его разорвали до сих пор, блядь, в кошмаре. Это случайно вы. Гомореска, спасибо большое за 130 рублей. Подожди, а куда вы поехали после Коннелли? Чё-то я упустил этот момент. Я с вами не было. Успокойся. Ты был с Димоном. А я раньше всех уехал. Это про какой раз, Денис? Про последний? Да, видимо, про тот самый раз, когда у кого-то порвалось очко. Гомореска, спасибо за донат. Коротко о вашем тимкиле. Кто смотрел криминальное чтиво, тот поймет. Денис. Саня, какого черта ты грохнул, чувак? Че? Денис, Саня, какого... Блять, ладно. Закиди сломай окно. Короче... Закиди словарь, читай. Заки, все, ты бросил попытки зачитать донат. Да, это голосовой за донат был, не знаю, чем он пытался. Ладно. Короче, отсылка к криминальному чтиву. Ну там Денис двоеточие, Саня там что-то говорит. А можно позвон, господин Леон? Ладно, не важно. Да, спасибо, пацаны. Че надо было? Пиздец, нахуй брось. Надо было прочитать донат. Все, что тебе требовалось. Точка на втором, походу, в спальне. Блять. Да. Блять. И парочку яиц сбить. Эх, нифига на меня вывалилось просто. Уши от говна. А что это за мув был с люком?
Я не знаю. Сейчас вам понравилось видео? Он смотрит сейчас. Не отвлекай его. Понравилось. Ребята, я нашла сурс. Ай, ты молодца, Катюх. Кидай куда-нибудь. Кидай ссылку мне, я скину. Интересно, там есть приколы с другими продуктами? Мы собираем сливки, да? Ага. Видео, блядь, кидай какие сливки. Давай видео, да, кидай. Подпупочный аппендицит. Спасибо за 50 рублей. Шалом всем, кто выше 1.5 метра. Ну привет. Не, в чат мы такое не кинем, потому что нас забанят, скорее всего. Спасибо. Да. Распространяем. Вы просто рецепты. Скажите, как называется. Да и сейчас я скину, а мы название скинем. Зашифруем его. Через точки, через каждую букву, ну. Брайка, напиши, там есть приколы с другими продуктами? Начнем через 10 секунд. Прикол. А не только с яиц. Ну, может, там, я не знаю. Так называется. Ссылку. Оно еще и русское при этом. Ох ты, бля. А, ничего себе. Должна брать гордость за отечественную киноиндустрию. Погодите. Программа СМАК. Я ссылки не вижу. Это Макаревич. Это кастинг. Это кастинг на программу, на передачу. Или туда, а туда только же знаменитости зовут вроде, нет? Или звали? Ну, после такого видео можно стать знаменитым. Пацаны, они где? Они в подвале. Ни слова больше. О, нормально. Это кто сломал? Не. У Рожейки никого есть, кого обычный чаржи? На кухне есть. Опа, я сломал окошко за киму. Спасибо. А как? Через. Ну как, что к дроном? Бля. Напротив, окошко. Бля, как я не вовремя камеру выпустил. Лестница, Димон. Лестница. Угу. О, положил. Вопрос к Сане. Саня, сколько надо выпустить, чтобы растянуть август? Сань, тут окно сбоку. Блять, откуда? А, ну в гараже, да, в гараже через окошко меня и снял. Да, блядь. Подпупочный аппендицит, спасибо за 101 рубль. Вопрос к Сане. Саня, сколько надо выпить, чтобы расти не вверх, а вниз? Извини, Сань. Это я добавил. Ну, я должен был зачитать. Вот оригинал. Я скинул ссылку. Эркиз, что это, блядь, вообще такое? А, есть схожее видео с этим актером «Клубничный пирог» для Амара Галанти. То есть он там с мужиком, что ли? Или что? Как сделать потише. Или там какое-то нормальное видео? Ну, в смысле, не такое. Господи, у меня уже миллион рекламы лезет. Кажется, я вирус. Отблок просто. Ну, если стоит, то хорошо, все. Я и VPN поставил на всякий случай. На VPN-то зачем? На всякий случай. А почему у тебя рот прикрыт сейчас? Неважно. Так, ну тут стандартная хуйня происходит. Ну, там только про яйцо, короче. Больше мне никаких продуктов нет. Мне нравятся комментарии на этом сайте. Типа, этот чувак из программы «Такси» по ТНТ, который шел. Unlisted? Там что-то. Бля, вот он яйцо взял, так. Открывай, говорит. А он хоть помыл его? У него спроси, заки.
Че за нахуй? Зачем это вот делаешь? А у вас так же на кухне в ресторане готовят? Не отличить, блять, вообще. Ты чё рот-то прикрыл чем-то? Да, меня вот это пугает. Как будто Сайдет пошел в холодильник искать яйца, но нашел только огурец. Да я чё дрожу, как скотина, просто вот рот прикрыл. Ну, короче, как... я не понял его мув этот, короче, вот чего бы сказать. Ну, это для заголовков. Мне нравится сообщение от Пити, что, бля... А ты чё вышел, Денис? Ну, потому там, что там ебучий... Блин, этот, надо написать Глебу, чтоб он не смотрел. Ну, я написал НСФВ. Блять. Всё, я иду, ребят, я просто... Ну, хотя Глеб, я думаю, может такое посмотреть. А ты боялся, что ему мама запретит или что, блять? Ну, типа того. Но он же жаловался на всякие видео, которые Дмитрий Юрьевич кидал. Что они его шокируют. Дмитрий Юрьевич кидает там, где кровь кишки распидорасила, а не где там в рот кибут. Спасибо, Саня. Так. Мы осуждаем Саня в любом формате, в любом росте. А, стрит, да. Ну и хуй с ним. И с вами хуй. Саня, я тебе говорю, потерпи до конца мая, можешь потом чего угодно делать. Да на Ютубе тоже можно стримить, чё ты? Миксер вон есть. А чё в конце мая случится? Забанят нас. Да. Мне надо Dark Souls достримить, я чату обещал. Ой, сколько? А вот этим ребятам не нравится эта карта, походу. Походу. Я не против. Блять, мне водички сейчас срочно пить надо, пиздец. Сейчас вернусь. А чё, после яйца рот это... липкий. Ушёл совет. Давай я пойду спрайта возьму. Кто-то хули. Ну-ка, чё там Петя ответил? А, ничего. Ну ладно. Он написал, что, бля? А чё я каит-то? Ну, тебе игра просто по возрасту выбрала подходящего оперативника. А, говорят, это для улучшения голоса в чате. Я понял. Что для улучшения голоса? Зато у этой бабы после яйца голос будет более звонкий. Да, это тот самый миф, который нужно среди женщин распространить. Броню возьмите, я пришел. А что такое еще улучшение голоса? Как проявляется улучшение голоса? Да не надо вот этих подробностей, зачем? Всякие эти же повороти, вроде сырые яйца пьют или типа того. Голос становится сырым. Для связок типа. Ты сейчас становится да. Вы сейчас зачем, ребята, расскажите, пожалуйста, очень интересно. А, горловой минете, ты не поверишь? Каким-то образом наш стрим зашел в эту сеть. Какого хуя? Что происходит? Вот это поворот, блин. Не смотрите про пирога для Марга. Чего? Чувак пишет, ребята, не смотрите клубничный пирог для Омара Галанти. Это какой-то трэш, а не порно. А то, что мы сейчас посмотрели под твоему, это нормально было? Мне вот кажется... это в прошлой катке 1-3, это по-твоему нормально было? Ой, меня из-за... Но мы все заняты улицы. Были. Поэтому счет 1-3. Было бы меня давно. Добивай второго. Ай. Граната. Не прилетела. Так. Захват идет. Блять. Да откуда блядь, он нахуй на вылез? Чего, блять? Не дайте врагу захватить себе контейнер. Жив лишь один противник. А, ты на точке убил, Сань? Да. Да. Слава богу. Там, Диман, давай там сам справляйся. Да.
Я точку перейду, чтобы не зашел никто. Мне тут чуть... А! Не взбили яйца. Группа противника уничтожена. Но паник. Вообще не но. Молчим, пацаны. Думаем, перевариваем увиденное. Перевариваем, я понял. Извинись. Катюха, он скрасила вечер. Новыми эмоциями. Она очень хорошо ищет. Да, очень хорошо ищет. У нас я заметил сразу минус 500 человек отвалилось просто. Ну смотри, пошли. Ты хочешь сказать, 50 человек на трансляции было? 50. 50 человек на трансляции было? Всем стало стыдно. Всем стало интересно. Все пошли смотреть другое видео, да? Люди шмара. Еще минус 10. Я пошел играть, прикинь, Денис. Вот что? Metal Gear Phantom Pain Петя ушел играть. Ну, после увиденного туда. Возможно, да, после увиденного пошел. Фантомную боль чувствую. Ох уж эти странные игры, Кодзима. Там чувак в чате написал, пойду бизай сделаю. Удачи. Не знаю, как твой ник считается. Извини. Справа он, если что. Есть контакт? У меня контакт вроде как около трепухи. Не вздумай выпрыгивать, Денис. Тут Иша каким-то хером взялась на втором этаже уже. Откуда она вылезла? На втором? Да, я ее в кассах убил. Не понял. Бендерский. Все целое вроде. Ну, в качалку пока не зашли. Нет, тут Яна что-то сидела в трепухе. Живых только один противник. Пустыжа убил, да, судя по всему? Да. Крыс убил? Да. Блядь. Задание выполнено. Противник утратил. Всем есть захотелось, пишет. После увиденного. Что-то не вижу такого в чате. Все пошли готовить кушать. Ну, новый метод такой узнали, да. Можно готовить и так. Можно обходиться без миксера, но. Все такие сразу жена. Я нашел в интернете рецепт. Го повторять. Газотестину. А я вот как... я вот неделю назад, короче, 10 яиц разбил из пачки. Я, короче, хотел 2 яйца взять, чтобы яичницу сделать. Потащил пачку, типа, и наебнул. И минус 10 яиц. Одно в миску к собаке с водой улетело. Остальные все под холодильник. Круто. Да. Ну, больше ничего интересного. Ты вычистил из-под холодильника или пусть гниют? Ну, да, но они не прям туда, они так. Ну, в смысле,
чуть-чуть так немножечко нигде. Я их слышу в подвале почему-то, но они явно не там, да? Колючка на втором лежит. Да, не на втором. На втором они. Отлично. На самом деле я раньше всех узнал про этот рецепт и хотел затестить. В итоге минус 10 яиц. Окей. Тебе во рту слип всего, да? Твои мамки. Заки, ты рад, что у тебя два ОГЭ отменили. А я не знаю, что такое ОГЭ. ОГЭ это ёба-версия ЕГЭ? Или что? Ёбабла. Про-версия. Это как так-то? Вот как-то так-то. Заки! Блять. Заки! Давай! А тебя кто убил, Денис? Сложно какой-то немец. Пиздец. Немец. Да, у меня пульс убил, окей тогда. Блять, чуваки, кто сейчас в чате про ОГЭ написали? Объясните, что такое, у меня тоже оно есть. Чё? Чё? А, пульс. Ёб твою мать. Пульс. Мне не ГИА было. В 11-м тоже такого нет. Бля, если там мое единственное образование и школы, которые отменили, бля, это пиздец. Сань, что ты делаешь? Это экзамен для... Фу. Я думал, у меня образование отменили. Блять. Что-то резко крыша закончилась. Дима настолько соскучился по Warzone. Что-то крыша закончилась, блять. Стрипуха, по-моему, Саня была. Господи. Ой. Как грязно. Ты что, на все измазал-то? Ну. Упал и обосрался. Чё им скучно? Ну вылезайте на улицу, если вам скучно, мрази, блядь. Ты это видел, да? Сань, мы в тебя верим. А чё с вами сделал? В окно попасть не мог. А его странно шатать как-то. Это называется отдача. Да. А? Блять. Ты чё, не видел что? Да я чё-то не последил. Сань, ты снова не перезарядил. Да знаю я, блять, заебало это. Это не крыса спрашивает, это я спрашивал. Да не, я думал это... Ты встать можешь, Санёк. Да? С одним хп? Да. Нахуй. Не буду. Разве не спью? Тогда да просто ползи спью. И падай с крыши. Как много крови-то у тебя было. Еще 15 секунд. Все оперативники мертвы. Пиздец дикий. Не говори. Сатанинская выдра. Ты чё? Да у него ник такой. Если я правильно помню, что такое оттер. А, ну, да, возможно. Оттер, это выдра? По-моему, да. А, бобёр бивер или какой-то, да? Да. Кто-то обижается, это Старлорд. Пацаны, нужен совет, что заказать покушать. Ну, только не безе. Я знаю, как можно сделать охуенный омлет, друг. Только что сдал. Ну какой-нибудь якиторио может быть, не знаю, или типа того. Причем друг, это он не к тебе обратился, это один из ингредиентов.
Как ингредиентов реквизита. Да, приготовление нам понадобится один друг. И один рот. В принципе, нахуй омлет. Потом душику заварите. Блять. Давайте играть, пацаны. Мы играем. С огнём. Блять, у них опять это хуило, пульс есть. Аккуратнее будьте. Да пошел нахер. Это был ягер, если чё. Опа. Пиздец, меня тут этот раунд разобрали. За барастройку он. Да блять, ну заебала эту мышку уже, а. За барной стойкой. Ты видел, Заки, да? Он там впереди был пульс. Да, да, да. Там, где Саню убили? Да, пульс не убил. У него плохо ПД. А, ну все, последний остался. Извините. Дэн, ты же Яндекс доставкой часто пользуешься? Да. А у них KFC есть? Да. У KFC это... доставка своя, да, вроде KFC есть. И у Яндекса, и у Delivery есть. У KFC я своя доставка есть вообще, по-моему, или нет? Не знаю, я вот что-то на Яндекс заходил. Короче. Вчера, только Бургер Кинг был Макдональдс. А это же от адреса зависит. Типа, если рядом с тобой есть KFC, тогда доставляй. Я вот, короче, одного не понимаю. Вот у меня, допустим, есть Яндекс.Еда, и у меня, типа, там 4 позиции, там есть Якитория, Папа Джонс, еще что-то. И у каждого этого есть своя доставка. Нахуя через Яндекс.Еду мне заказывать, когда я могу напрямую... Ну, потому что у них договор с Яндексом. Ну, так мне обычный курьер привезет, а не яндексовский. Ну, а это зависит уже от этого. То есть некоторые возят своими курьерами, некоторые возят курьерами Яндекс.Еды или Delivery Club. Там разные бывают договоры. Я что-то вообще сомневаюсь, а курьеры обычно пешие? Ты же смотрел, блядь, все работы, хорошо, он про это смотрел. Рассказывал. Смотрел, нет, я про ну, это он про это рассказывал. И у Папы Джонса тоже? Бывает два типа договоров. Либо ты с условным Delivery Club договариваешься так, что курьеры Delivery Club возят, либо ты договариваешься просто на то, что через их систему проводится заказ, но курьеры самого ресторана отвозят. То есть либо курьеры работают на Delivery, либо курьеры работают на ресторан. Цена для тебя от этого как-то меняется? Вряд ли. Скорее просто процент разный они башляют Delivery и Яндексу. Ну, короче... Свои доставщики. Да, Папа Джонс, да, Папа Джонс, да, сам на машинах возит все как но надо. Но при этом в Яндекс.Еде есть выбор Папа Джонса, и мне из того же Папа Джонса Яндекс.Едой повезут, что ли? Ну, значит, ну, если он в Яндекс.Еде есть, то повезут, блять. Ну, то я есть, типа не... Тебе принципиально, чей курьер к тебе приедет? Я типа не вижу смысла, типа, через Яндекс.Еду, если я могу напрямую у Папа Джонса, например. Ну, просто многие люди заходят на Яндекс.Еду, чтобы посмотреть что-нибудь, и видят там Папу Джонс. Такие, о, закажу Папу Джонс. Если я увижу если бы его там не было, они бы не заказали Папу Джонс, потому что они не знают про него. Понятно. Тебе там какая хер разница, короче, я не понимаю. Что-то опять какую-то хуйню общаетесь. То есть я просто не понял. Не, я просто думал. Нет, я просто думал, что, допустим, если Макдак заказывает, то там все дороже через Яндекс.Еду будет, например. Нет. Да там, по-моему, цены такие же точно, как и если ты лично в Макдак придешь. Цены такие же, да. Ну, хотя в Макдаке другой доставки-то и нет. Цены такие же, но у них платная доставка, но там от какой-то суммы доставка, она бесплатная будет. Вот так вот и работает. Ну, в Макдаке просто на большую сумму нет смысла заказывать, а в Папе Джонсе там меньше, чем на косарь обычно не заказывают. Я все время на большую заказываю, чтобы... Ну, типа... Я один раз заказал, и два дня жру это. Вместо того, чтобы каждые три часа заказывать себе по порции. Ну, так далеко не все делают. Далеко не все. Ну, допустим, чтобы мне на два раза поесть в Макдаке рублей на 500, типа. Вот. Ну да, остальные разы ты что будешь есть? Другую еду. Ага, ну у меня-то такого варианта нету. У меня-то еды дома нету, я что заказываю, то и ем. Поем что-нибудь, но только не это, не консервированную тушенку с гречкой. Даже безе дома не приготовить. А консервированную тушенку, кстати, заебись, я сейчас ем ее. Нет, которая с гречкой, ты сказал, говно. Нет, с гречкой говно, обычная тушенка, то есть обычная банка тушенки. ГОСТ? Да хуй знает. Я только ГОСТ покупаю. Это нахуй, ядное.
Мне кажется, ГОСТ морально устарел, то есть чисто как стандарт, он морально устарел уже 15 лет назад. Ну это, мне кажется, этот ГОСТ, вообще ни о чем не говорит про вкус. Никто не соблюдает. Ну да. Сейчас есть ТУ, как бы тех условий, и... Ну ТУ-то хуже, чем ГОСТ, по-моему, всегда. Конечно. Килька автоматика FDX, чувак, согласен. Кто не пробовал? Нет. Охуенная просто. Пиздятые. Просто иногда ебучие кости попадаются там сраные и скрипят на зубах. Бывает, ну да. после кильки с томатом мне хуёво бывает. Ты не жри три пачки сразу. Сайда, ты коллекционируешь приоритет? В Лубенере, походу, есть пацаны. Нет, я просто тестировал. Слышал, Сайда? Да, есть. Кавейра, да, да. Помогите. Ай. Это был вопрос. Нет. Нет. Я понял, я сказал нет. А чё за раритет, да, чувак, блядь, ты вот... о чём? Ёхты, бля... Я не понимаю, что за хуйня. До этого 100 патронов выпустил, никаких задержки не было. Как по врагу начал стрелять, сразу это. Пиздус какой-то. А это где точка, пацаны? В подвале. И у них, если что, есть колючий уебок, поэтому не тяните до конца. Там я кого-то еще в фонаре видел. Еще француз внизу был. А третий не знаю где и кто. Француз, по-моему, рук. А, это был подъеб Сайда, да, понятно. Чувак несерьезно спросил. Про что? Ну, коллекционирует ли он раритет. Ну... Он смотрит на тебя, смотрит Зеки. Понял, да. Он в этом, в комнатушке. У него 40 с бомбой. Хп процентов. Меч его вот он палит. Отошел чуть вглубь. Блять, ебаные решетки, а. Решетки, а в них дырки. Еще один подъебщик, блять. Развелось вас. Развелось вас. Сидишь, тебе вот когда-нибудь яйцо засунул. Я не понял. Ничего не понял, ни единого слова. Ой. О, опять круто будет, цены. Ищите заложника. А вы не в курсе? Indeed. Из Яндекс еды обычно всегда пешие курьеры приезжают или нет? Как когда-то. Там есть и такие, такие. Понятно. Кухня. Заложник, что ли, у нас все это время был в натуре. Привет, Беляш, привет, Sweet School Silent. Всем привет. Продолжаем. Отыщите заложника. Снег, ты че? А точка где? Я что-то не это. Не успел понять. Эй. Фонари, короче. Да откуда? Ёб твою мать, за кустом пряталась тварь. Допрос, парни, бегите. Бля. Денис, красава. Красиво делаешь. Как обычно. Что-то она тебя не допросила, что ли? Допросила. А у меня что-то не палит. Странно. Меня показывают. Ты же косой, боже нахуй мой.
убил Кавейру. Хо! Живых один противник. Одной есть. Вход на точке никого. А, он меня... Откуда? Он в опенере сидит. А, да, да. Ты что-то долго это говорил. А я видел его? Да. Он слева, 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 Сань. Вон там, да. Правильно смотришь. Может, залу уложить. Давайте хоть не обосремся в обороне. Да, Сань? Сука, злый какой я, пиздец. Да ты заебал. Заебал меня. Будь добрее, блядь. Кому добрее? К нам. Кому к вам? Ой, иди нахуй. Бесишь. По именам, блядь, сука, перечисли. Кому к вам? Буду сам в год, там буду я стримить. Но не сегодня, не завтра. Кресло у меня DXRacer, какой-то там OESH, OH, чего-то там. За 30к примерно. Чего? Покупал за 20. Казаки, успешный стример с DXRacer. А, Денис, у тебя же кресло какое-то другое, я видел что-то в последнем стриме. Ну, этот, Маркус. А что с тем стало с... Да ничего, вот он, рядом с ним. Что, не устроило? Или что? Почему на другом? Да, я их меняю, когда как, по настроению. Какое удобнее? Туда-сюда. Если бы одно какое-то было удобнее, я бы каким-то одним пользовался, я не менял их. А по цене что? Одно. Да тоже примерно одинаковые. 1015. А чё все сучки-то упиздавали? Одну кавейру оставили, которую роумить надо. Вот афак мазафаки. А хуй знает. Сейчас а кого там ёбнули из наших? Да я меня на спампике. Счёт 0-2, Димон спампикает. Стойте на него. Ну а чё ещё? Борзостью берёт. Типа похер. Так, на парковке нету людей? Не знаю. Ща узнаем. Второстепенно есть. На каком уровне? На втором. Уже внутри? Да. Могла на улицу уйти. А, и сверху палят. Все камеры почти разъебали. Блять, я убил, успел эту бледную мразь. Угу. А меня Бакс со скайлайта снял. Вампира что ли убил? Да. Катюху Бекинсейлову. Бак убил. Я заряжу. Блять. Из окна, Заки. Хорош. А никто, Сань, не запрыгивал? Силки не ломались? Mm-mm. Хорошо. Сломали у меня точки. Жив один оперативник. Ебать. Заки, сейчас залог да, забудут очки. Да, да, я в курсе. Так там стена не простреливается. Ну ладно. Там стены нет, да? Блять. Не, все нормально, Заки. Заки, прикинь, там стены нет. Заки, видишь стену? А ее нет. Позади. 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 Давайте последнее, это как-то. Да все уже, пожалуйста. Че, давай сейчас сидим тут. Давай еще. Проебали. Одну, Денис, давай. Мы не два часа, Денис, мы меньше сидим. Ну не похуй.
Макака, блять. ГГ. Пишет свои. Ты выключи чат, ты заебал, мыть. Я вообще впервые что-то про чат сегодня сказал. Сегодня заебал мыть. Вот, заебал. Мы будем когда-нибудь пробовать в For Honor поиграть еще? Нет? Ага, For Honor. А то заебали уже спрашивать For Honor, For Honor. Пострим. Заки, а там что-нибудь спрашивают про Valorant? Да нет, что давно не спрашивали уже. Странно. Ой, да ладно, ничего себе. А вот как раз чувак написал. Ну, мне кажется, это... Он уже не пират, короче, это пишет, я думаю, его стоит забанить за рекламу. Да не надо. Да что, не надо, давай забаним. За какую рекламу? Ну что такое бан за рекламу? Ну пермачом не надо, в смысле. Надо. Это вообще какая-то странная статья. Да мы в курсе, как раздают ключи, так что, как бы... Давайте это запрещенное слово теперь в нашей... Название вот этой игры от Riot Games. Что, перманентный бан за него был? А они что-то еще делали вообще, какие-нибудь игры? Кто? Riot Games? Не, ни одной, первая игра их. Ну, серьезно, или что-то делали, я просто не в курсе. League of Legends, зайки, господи. Не, я что, знаю, что ли? Я за таким говном не слежу. Ой, извините. Оля, фанаты есть. Ой, извините, говноеды. Не, ну если вам нравится, то я как бы... Я не осуждаю, как бы, но... Давай, я бы всех наверное. Вас в сарай бы согнал и сжег. Ой, простите. Лол. Кек. Ну уж лучше Дота, мне кажется, все-таки. Все, что только можно лучше. Там все герои открытые, все бесплатные, охуенно же. Я даже смотрел как-то у друга и даже немножко залипал, как он играл. Но мы сидели вдвоем, пили пиво и... Залипал, потому что рот-то липкий был после яйца. Я знал. Блять, этот видос меня испортил окончательно. Ну вообще ебанутое видео. Кто так делает? А изначально оно на Пикабу на каком-нибудь появилось? Не, поезда. А на Пикабу разве можно по духу постить? Ну, двач. Ну, с цензуры же это, нет? Это же цензурное, такое может. По идее. Наверху они, короче, пацаны. Наверное. Осталось 5 секунд. Был только китайцы играют, у него не парочка знакомых есть, которые в LoL играют. И они вполне адекватные люди, в отличие от людей, которые в Dota играют. Ой, простите. Блин, зачем эту башню здесь? Есть. Они на каком этаже? Привет, наверху, если важно сказал. Все, там он. Ты спасибо, Денис, ролик? За ролики придает. Денис, снизу. Не, за что? Пацаны, на первом этаже ягер сидит. Передайте за проезд. Ух ты, блядь! Он тут у меня на втором библиотеке. Пат, ты убил его. Я убил его, да. Короче, проверял. Не обращать внимания. Ой, они калюку там оставили зачем-то. Пацан, а заложник где лежит? Что у нас за позиция? Откуда? Почему? Кавер, красный можно? На красный, да, кавер. Блять, я его не проверял. И еще один на красный. Люль. Было бежать, я понял. Чего они там вдвоем делали на красном? Яйца разбивали. Будут ли АСМР стримы в будущем? Ну я могу устроить. Ну, Денис, давай. Что это за временные парадоксы? Денис, давай ночью в орех поиграем. Интересное сообщение в чате насчет писек к Диме. Ну, типа, что по АСМР стриму. Чтобы я шепотом говорил. Не, нахуй. Я могу АСМР напочавкать.
Боже мой, не надо. Звучит, как будто у тебя яйцо во рту сбивает. Да. Все это представили. Боже мой. Какого дерьма нынче только нет. Там люди говорят, во рту усает, да? Ну, такие видео тоже, я думаю, есть. Тем более, что мы одно из них увидели только что. Нет, там про то, что люди на стримах дышат в микрофоны, и это типа круто. То есть ASMR мне вот это пугает больше всего на самом деле. Ну это лучше, чем смотреть, как женщина с конец поедает. Валькирия на серую лестницу камеру бросила вверх. Ну я придумал, кстати, новый способ забивать яйца. Попе. Срака. Срака. Ну там не так просторно, чтобы взбивать. Ну, ну хотя это знает. Подготовить инструмент. Ой, ёб твою мать. Вот кто же знал, так кто же знал, что он так рьяно будет из окна вываливаться. Приколюхи забалы канала, но я не знаю как. Там по умолчанию нет. Господи, блядь, напугал. На точке сидит Фраст. А, в этом в морозилке есть Кавера. В морозилке верхнего этажа, да, или внизу? Да. Пардон? Откуда? С точки. Я не совсем понял, как. Да вот ёбаные она. Задержки эти, сука, а! Привет. А Каверу убили? Только что. А чё тогда заходим? Там силков бойтесь. У меня с красной. Охраняйте контейнер. Красная. Кто-нибудь серый коридор может прикрыть? Да ёбаный ты в рот. Ёбаный в рот. Охуеть, прям вообще дикость. Хорош. Там же. Хорош. Какая отдача дикая. Еще один по тебе слева, откуда стрелял. Кто по тебе стреляли? Сзади обходит тебя, походу. Справа. Я думаю, он сжет, когда это. Ты на точку зайдешь. Я Заки увижу, если он слева пойдет, и у меня слева камера. Смотри направо. А, камера Заки палит. Обходит. Слева, Заки. Вон там вот. Сейчас не знаю, где он пропал из вида. Группа нейтрализована. Я вообще еле-еле убил рук из этого УЗИ. А зачем ты глушак на меня нацепил? Ты не так отдачить, конечно, ты че? Ну хотел. Ну, у нас есть шанс, пацаны. Что за скин? Какой-то скин, не знаю. Что за скин на СМГ? Ну, скин на СМГ, да. Блять, простите. Конечно, специально скипую шутки про шашлык. У нас есть шанс, пацаны. Так мы и так до этого раунда выиграли же. Теперь у нас есть шанс. Наверху заделаю один. Ну все, не закинет. Закинет, но он играть не будет. Ну сейчас-то понятно. О, машинка заехала, пацаны. Еще одна. В сраку. Сырака. Изображение активен. Есть жук.
О господи. Это что за монстр катается? Драндулет. Да что ж такое-то, а? Сменю магазин. Кто окна бьет? На красный люк сломали. Что за звуки странные? И второй сами люк тоже. Второй, да. А что вот это за звук? Кто-то спрыгнул куда-то. Да, на красную? Да, да, да. Да. А, это голограмма была. А почему у меня звук прыжка был? У него голограмма звук. Потому что она звуки издает. Да. Да ебаная эта тварь. А, это сверху. Около читальни кто-то был, по-моему. Говно, да. Откуда, Димон? На окно, которое смотрит на поезда. А, уже у точки я понял тебя. Блять, какой-то ж ты меткий, скотина. Там же, оттуда же убили. Если я на колесо зайду, то скажу. Вот мне вот дырочка. Ты, блять. Бля, птя, он не стрелял, вот сука. Он запрыгивал в этот момент. А, со стороны читальни идет, бля, камера слово увидел. Да, обвис увидел. Черт. Противник обнаружил химконтейнер. Если в дверь будет пикать, я скажу. На колесе, которое. Четкий. Ну. Зашли на колесо со стороны красной. За колесом. Второй около двери. Второй пошел со стороны камина. Со стороны сера. А нет, тут же. Один бежит. Пизда. Блять. Да. Почему я сразу не умер? А, ну ты типа это уронился на точке, захват же, не? А, ну да. Я не мог просто уйти вправо, потому что там блядские дымы, в нем нихера не видно. Но я знал, что он знает, где я, потому что меня там дрон пометил. Фак. Так. Что-то они выигрывают. Что-то они выигрывают, но не хотят, видимо, оставаться до конца. Ведь слишком просто. Как тут сложность повысить? Да. По-моему, не повысит, это нам понижает. Я бы с монетки из Resident Evil использовал, если бы здесь были. Хватит. Хватит. А во втором же нету сложности выше хардкора, да? Нет. Да, серьезно, это максимально? Да. Походу. Клево. Я уже половину прошел. А ты что, второй сценарий не будешь проходить? Хватает? Буду. Ну, а второй он же короче получается. Ну раз в полтора, привет, Демоновор. Мифатран, ну как бы каждому привет передавать на самом деле такое себе. Я принимаю привет, твой НСМ. У вас 10 секунд. Есть 5 секунд. Нет, третий не шлак, но контента мало. Да, ты там 20 часов наиграл уже. 28. Более. Но больше вряд ли буду в ближайшее время. Так, не смог себя в Resistance заставить поиграть. Я просто оставил на 5 часов, чтобы карточки выпали. Но даже запускать не стал.
А где война, пацаны? Может, люк сломали. А может и нет. А может, пошел ты? Может быть. А может и нет. Люк сломали. Но все-таки пошел ты. На Skylight. Да, Skylight. Ебал. Красный люк. Да. Люк, люк, мамелюк. Люлюлюлюлюлюк. Ой, пацаны, сейчас бать будут. Сокон? Но вот с этого окна. Можешь кто-нибудь выпрыгнуть? Это, если что, южное окно. Сейчас попробую. Я выпрыгнул, убил. А крыша вроде есть. Мог бы меня подождать. А он палил эту дверь. Да? Он меня там видел уже, да, поэтому я через окно спустился. Под новым люком. Уже внутри? Да. Ты очень громко дышишь, Саня. Только не вставай, Денис. Она услышит тебя. Провоцируй меня. Вы что там делаете? Саня выше Дениса сейчас. О, капкан сработал. Это на красной слабо сработал капкан. Господи, Саня. Прижмись где-нибудь и не дергайся. Ой, иди ты нахер. У нас есть шанс. Шанс у него есть. Машинка. Только один противник. А он с серой лестницу смотрит? Фу! Противник устранен. Так, это какая? А, 2-2. Хуя ты, металличек, разные игры предложил. Не. Hollow Knight есть вероятность на Супер Митбой, а и особенно Доши точно нет. Доша? Ну, Глеба, по-моему, Супер Митбой там вообще миллион стримов занял. Нет, я бы его за вечер пробежал, скорее всего, просто это не моя. Так, ну теперь very easy. Сложность. Ща мы её заруиним. Я колышой хочу немножко побегать. Ну вот в МК-3, например, разница между... Изи нормал вообще практически никакой нет, я ее не вижу. Там же это... В Мидбой это, там же основная сюжетка, это условно реально за вечер проходит. Там если все выдрачивать, вот это уже проблема. Чё? Это как в этом, в Целесте тоже сюжет пробежать быстро, а вот выдрачить это уже проблема. Ой, да ладно, через 2 дня Fallout 76 в Стиме уже будет, ничего себе. Если нам кто-нибудь купит его всем разом. Мы даже запустим ее. А потом нет. Рефанд. А потом рефанд сделаем. Вот этот профит, блин. 5 секунд. Броню кто-то не взял, а то, блин, не убьем. Давайте окна все откроем ему. Просто так. Дима там балуется. Ты чё сломалась? Я окна ломаю. А, вот со стороны этого. Походу, пирса. Сейчас все откроем, пацану. Все двери, пацану, откроем. Да, блин. О, там... блин. Вниз, блядь. Чё? Руина. Вообще. Ну, у меня ещё 10 хп оставалось, ты ещё, блин. А, ты там... Понятно. Ладно.
Хватит мне пиздить, блядь. Твоя женщина. Все, все. Все, все, все. Всем пока. Все, все, все. Все. Всем доброй ночи. Всем пока. Ну, всех ночь сегодня будет. Не, всех сегодня ночь будет добрая. Угу. Да, и... особенно если на ночь про безе посмотрите фулл версию. Да. Всем спокойной ночи. Да. Пока.